Ошибка, ну какой-то накат. Не опасно. Вот добивание весьма удачно для Сокола складывается. Может быть, и... Вот такой вот выброс весьма эффектный получился. Мать, скажем так, отметим. Если этого хоккеиста казалось, что это был... Ой-ой-ой, за секунду на табло за номер. Хабаровская команда. Не Чебунин, Чиликин. Чиликин. Чиликин и Красноярск. Понятно придумает Куваев. Куваев назад на защитника Иванова. Иванов бросок, подставление, гол. Вот вам, пожалуйста, Красноярск переворачивает игру. Уже заставляет красноярцев страдать, не получая ничего в атаке. Ну и вот, пожалуйста, все-таки реализовывает численное преимущество. Бросок, гол. Отправляет Чадин шайбу у ворота. Передача чуть назад, и все, как говорится, от печки. Да, из обороны, от печки все будет начинаться. Начинается, продолжается это гол. Забрасывает. Останется шайба, игроки. Сокол ее контролирует. Зоны. Хороший ход. Ну, соперника бросок по воротам и забрасывает первую шайбу сегодняшней. Действовать. Шайба на Сокола. И очень опасно сейчас ворот Сибири. И прямо в девятку забрасывает. 11 номер.